Самый отстой — это февраль. Конец января и начало февраля. Вот это сирятина, и зима уже вот тут. И Новый год уже давно, и до весны еще далеко. Это же не зря где-то у поэта февраль достать чернил и плакать. Вот тут какая-то собачка. Собачку какую-то. Тут вон прыгают. Вон он. Прямо со скалы, разбежавшись. Я все никак не могу прыжок заснять. Начало марта особенно. Да почти весь. До 20 марта это точно еще такое. Брррр.